Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим с вами о стейкинге токена FX. Да, вы правильно помните, это токен проекта Function X, который был создан всем нами известным гигантским проектом криптовалютным PandiX. В общем, коротко, суть в том, что можно стейкать токены PandiX и получать за это токены FX, пока проект находится в фазе тестнета. Когда будет уже мейннет, тогда токены FX, которые выдаются сейчас, а они сейчас, я напомню, ERC20 токены, свапнутся на токены сети Function X, и токены, которые были застейканы, вам вернутся. Я имею в виду NPXS токены, токены PandiX. Давайте же чуть более детально обсудим процесс стейкинга, что это, что нужно для этого сделать и как с этим работать. Все, что нужно для того, чтобы начать, это нужно загрузить новую версию официального приложения XWallet и зарегистрировать там свой аккаунт. Нажать карту и добавить карту FX. Завершить процесс KYC. Только успешные участники одобренной KYC могут стейкать и снимать жетоны, токены FX. Далее нужно определить сумму NPXS или NPXS XM, которую вы хотите застейкать, и нажать кнопку «Начать стейкинг». Зачем же нужно вообще стейкать токены FX? До запуска основной сети Function X 15% токенов FX из события генерации, то есть TGE, будут распределены и распределены среди владельцев NPXS, которые будут участвовать в процессе стейкинга. Это означает, что вы получите дополнительные токены FX без конвертации в процессе ставок. Токен FX является ERC20 и будет иметь право 1:1 на обмен на монету FX после запуска основной сети FX. Как же распределяется токен FX, если все-таки человек надумает участвовать в этой программе? Токены FX, сгенерированные из вашей ставки, будут распространяться каждые 7 дней после начала процесса стейкинга. Распределенные токены FX можно снимать каждые 28 дней при условии, что участники будут следовать инструкциям, предоставленным для выполнения простой задачи одним щелчком мыши по своему выбору. Процесс размещения продлится 12 месяцев. Держатели токенов могут остановить процесс размещения ставок, то есть стейкинга, в любое время. Владельцы токенов, участвующие в стейкинге, будут по-прежнему получать 11% разблокированных токенов NPXS до завершения ускоренной трехмесячной программы разблокировки. Но назревает вопрос, может ли участник стейкать на свой личный кошелек? Да, владельцы токенов NPXS и NPXS XM также могут иметь возможность использовать свои личные кошельки, где они владеют своим закрытым ключом, то есть приватным ключом, для участия в процессе стейкинга. XWallet поддерживает несколько адресов частных кошельков. Очень важно не вписывать туда адреса с бирж. Итак, XWallet поддерживает несколько адресов частных кошельков для децентрализованного размещения, так что владельцам не нужно вынимать свои токены из своих частных кошельков, чтобы участвовать в процессе стейкинга. Обратите внимание, что обменные адреса не могут поддерживаться в этом процессе размещения ставок, имеется в виду адреса из бирж. Кроме того, не делитесь своим приватным ключом с кем-либо. Ваш приватный ключ не обязателен для стейкинга. По поводу KYC. Для обеспечения соответствия проект требует от всех держателей токенов, которые участвуют в процессе стейкинга, успешно завершить и обновить свою проверку KYC в новой версии XWallet. Сумма ставки рассчитывается ежедневно. Команда PandiX будет делать ежедневный случайный снэпшот. Если держатели решат увеличить сумму стейкинга, дополнительное распределение FX будет рассчитано через 24 часа после успешного завершения депозита. Увеличение или уменьшение суммы стейкинга повлияет на количество токена FX, который вы получите. Наконец, самый главный вопрос. На каждые 100 тысяч токена NPXX владелец может получить приблизительно 18 токенов FX в месяц за 12 месяцев, или 1,5 токена FX в месяц, или 0,05 FX в день, предположим. В общем, если вы хотите узнать больше о процессе стейкинга, переходите по ссылкам, которые я оставлю ниже, или вступайте в группу Telegram Function X, задайте там свои вопросы администраторам, и они вам обязательно ответят. Всем пока!